Мерфи. Решает разрядить пушку. А там подбор. И шайба в сетке ворот. 3-1. Марат Хайрулин, по-моему, забивает эту шайбу. Да, зашла эта шайба. Не прямиком, но зашла. Шахсадаров ее выкинул. А нет, она попала в ловушку. Увидел момент броска, ловушку выставил, но не сумел зафиксировать ее Ларс Юханссон. Но мы говорили, надо бросать. Не все сегодня у Ларса Юханссона в порядке.